Дорогу делать нормальную. Так вот дерево, дерево, видите, оно прямо на тротуаре. Вот кто повыше, да вижу, обязательно башкой ударится. Вот до сильного ветра, и все, это уже падало. Я согласен, я вижу. Жители дома 6 по улице Краснознаменской рассказывают главе округа Андрею Булгакову о проблемных местах на придомовой территории. Повреждение асфальтового покрытия внутриквартального проезда, аварийные деревья, склонившиеся над тротуаром под углом 45 градусов. И все это создает сложности не только жильцам, но и посетителям расположенного в доме офиса банка ВТБ. Но еще больше людей волнует лужа, которая каждый год образуется около их дома на проезжей части. Место, как где выезжает вот у нас машина отсюда, там постоянно вода. Там никогда не бывает, даже летом. Про яму речь или про воду? Нет, вообще, на дороге там яма, просто там вода. Пешеходы не могут перейти дорогу. Да, да. Специалисты доложили главе и жителям, что программа ямочного ремонта в городском округе Щелково уже стартовала. Выявлено и оцифровано 543 неровности. Почти 500 уже отремонтированы. Ремонт асфальтового покрытия около Краснознаменской 6 будет сделан в ближайшие дни. Полностью поменять асфальт планируют до конца апреля. Что же касается места подтопления дороги, то на решение вопроса сотрудникам соответствующих служб Андрей Булгаков дал месяц. Аварийные деревья представители отдела экологии отметили и обещали быстро убрать. Кроме вопросов безопасности, глава обсудил с жителями благоустройство территории с торца жилого дома. Коммунальщики проводили здесь ремонт теплотрассы. Когда наступит подходящая погода, участок будет приведен в порядок, и здесь появятся скамейки. 1 мая, там, на майске, в общем, надо здесь красивую лавочку. Ирина Микеда, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.